Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина. Вы смотрите новости на канале Инста-ТВ. Европейская комиссия вчера подтвердила признанный уже практически всеми экспертами рост доверия к экономике еврозоны. По версии специалистов Европейской комиссии, индекс доверия поднялся к максимальному значению за последние 15 месяцев, добравшись до отметки в 92,5 пункта. Причем наибольший рост был зафиксирован в Италии, совсем недавно вызывающий опасения в отношении своей стабильности. Однако внимание трейдеров в большей степени привлекла статистика из крупнейшей экономики Европы – Германии. Немецким властям удалось обуздать инфляционное давление и почти добиться целевого значения в 2%. В июле рост потребительских цен ускорился до 1,9%. Это самые быстрые темпы с декабря 2012 года. Достаточно стабильный рынок труда Германии вкупе с позитивной статистикой укрепили доверие немецких потребителей к своей экономике. Индекс потребительского климата, рассчитываемый GFK, поднялся до 7 пунктов, вместо ожидаемого аналитиками роста лишь к 6,9 пункта. Такие данные вызвали повышение спроса на единую европейскую валюту. В паре с американским долларом евро поднялся на 45 пунктов, к отметке в 1 доллар 32,95 цента США. Однако занятые позиции удержать не удалось. Вы смотрели новости на канале Инста-ТВ. Всего вам доброго. До свидания.